Всем приятной жизни, это Шашлык, и мы продолжаем играть в Plants vs. Zombies 2. Так, ну давайте посмотрим, что за 26 уровень у нас. Что за 26 левел? Тут этот листочек, ну, мы двойной... Ну, в принципе, я возьму стандарт. Вот, пожалуй. Пожалуй, я возьму стандарт. Только без морозилки. А, кстати, вот плохо, что я без морозилки. Ну ладно, попробуем без морозилки. Если не получится, тогда в следующий раз вместо вишни возьму морозилку. Попробую сделать все ништяк. Так, зомбарь идет. Ну, сейчас, наверное, мы сделаем как? Сейчас мы... Давайте солнышки, подсолнышки. Я, наверное, тогда вот тут вот поставлю Дрейка. Он справится с этим зомбарем. А мы как бы дальше... А вот интересно, я могу садить прям... А, о, могу, то есть... Смотрите, можно садить прям на растение. Прям на растение. Ну ты добей-то его, что ж он тебя ест-то? То есть прикольно, этот лепесток, он как бы... А, он, кстати, прикольный. То есть мы можем, в принципе, может, даже вместо подсолнуха его юзать. Так, ладно, давайте тут поставим стенорех, чтобы... Вообще, мы тут просто двойной ряд поставим этих чуваков, так. И все нормально. Ну, то есть стенорех получилось, ну ладно, окей. Оки-доки, как говорится. Получилось так, как получилось. Дайте вот тут, наверное, стенарих. Эй, эти говнюки прилетели. Собаки. Говнюки, собаки. Так, давайте я этого комара уничтожу сразу. Блин. Так, все, последний подсолнух посадили. Нормально, нормально. Нормально с последним подсолнухом. Так, теперь, значит, досаживаем. Ну, давайте уже этот ряд. Во-первых, стенорехи тут пойдут у нас. Сейчас все сделаем, ребят. Сейчас все сделаем красиво. Так, вишня. Тут вот я смотрю, проблемный этот. Надо как-то его расфигачить. Железнявого чувачка. Так, сейчас стенорех уже подошел. Блин, а тут этот говнюк. Ну ладно, надеюсь, он... На тебе. Блин, только зря эту колючку. Так, сейчас мы посадим тут еще. Нормально, нормально, нормально. Сейчас мы тут еще посадим. Так, колючки тогда вот тут вот у нас идут ряд. Надо садить же этот, не забыл. Так, стенорех вот здесь не хватает. Дракона вот тут не хватает. Так, все, два ряда драконов есть. Там выпала растенница. Это очень хорошо. Теперь садим ряд. Блин, вот эти вот, конечно, на лианах. Они бесят. Честно, бесят. Честно, бесят эти на лианах. Так, что у нас? На колючке не хватает денежков? Серьезно? Да быть того не может. Так, кстати, давайте ряд лучше вот этих посадим. Стрелков, чем колючек. О, последний рядок этого листочка. Так, садим стрелков, садим стрелков. Садим стрелков, садим стрелков. Садим стрелков, садим стрелков. Один посадили ряд стрелков, нормально. Так, там наверху проели стенорех. Тут проблема, надо его. И еще один стенорех проели. О, ужас. Давайте лишний зарешаем тогда вопрос наверх. Все нормально. А, его не проели, его лопата носит, откопал. Ну, нормально, нормально, нормально. Еще один уровень прошли, приближаемся мы. Медленно, но верно, к битве с боссом. Вот, кстати, ачивку за это дадут, да? Да, ачивку. Шикарно. Шикарно. Так, ну и давайте выйдем на карту.
Форекс всех поздравляет. Так замечательно. Так, это у нас какой получается уровень? 26 пройден, да? 27, 28, 29, 30. Блин, да может уже пройти этот мир, да и все. Ладненько, давайте попробуем посмотреть, что там 27 мир. Что там в 27 миру? Я думаю, у нас получится. Так, так, так. Так, немного меня тут отвлекли. Оп-оп. Берем оп. И давайте возьмем морозку. Ну и все, в принципе, стандартный набор берем. Блин, на вот эти штуки особо рассчитывать. Я понял, короче, свой косяк по прошлым уровням. На них просто не надо особо рассчитывать, на эти штуки. Да и все. С них толку. Ну, этот один полтинничек, он как бы не зарешает. Лучше он заморозит чувака сразу. И все. И пока он заморожен, отстраивать подсолнухи себе. Ну или там давайте тут Дрейка посадим. Но я лучше заморожу второй раз, предпочту вот так сделать. Вот, и садим подсолнух, все. Так, ну и давайте стенорехи тогда уже по КД начну садить. Все. Так, ну, подсолнышки, угу, есть. Так, давайте вот тут посадим сразу этого Дрейка. О, а чё это за чувак с черепком? Я такого раньше не видел, а чё он делает? А чё он делает-то? Офигеть, чё он делает? Так, да я тебя заморожу. То есть он расфигачил мне стенорех. С ума сойти, не взять, офигеть, не встать. Я в шоке, честно. Я сейчас удивился таким раскладом. Так, тут надо пушку посадить. Ну начинаешь же ты стрелять-то, а? А он еще и забирает мои солнышки. Слышь ты! Так, нормально, нормально, садим. Эй, да ёк! Убил! На, блин. Я его заморожу. Его там... А, его разморозили. А, ну все, он отъехал. Надо дракона садить. На стенорих садить. Блин, там этот... Короче, тут надо эту делать. Вишенку. Да пипец! Да я в шоке! Хорош! Блин, да стой ты! И этот, блин, идет. Сейчас прожрет все. О, ништяк. Так, давайте вот этот буст заезжаем. Более-менее. Так, стой, зараза. Нате, вот тут вот садим. Садим, нормально, нормально. Нормально, пока справа. Ну, в принципе, еще ни одной газонокосилки так-то мы не потратили. Да, это будет грязное прохождение, но я думаю, мы пройдем. Так, вот тут вот, наверное, надо делать бум-бум. Так, внизу, наверное, надо запускать газонокосилку. Все, супер. Здесь, наверное, надо замораживать, но тут вряд ли мы.
Хотя, возможно, знаете, как сделать? Сейчас вот так вот возможно сделать. Так, отлично. Просто тот ряд, как бы перезапустить его. Где у нас газонокосилки внизу? А как этот попал это? Та штука туда. Ты вообще заморозься, блин. Говнюк. А, ну это уже последняя волна идет. Все. То есть мы, в принципе, в любом случае... О, вишенка. Бум, к шоколаду. Все, ништяк. Мы прошли, одну газонокосилку потратили, но... Но все нормально. Но уровень прошли, это самое главное. Главное же пройти уровень, а не газонокосилку потратить. Так, давайте выйдем на карту. Пикачу! Рекламируют нам. Пика-пика. Пика-пика. Так, это мы прошли, получается, 26-й, 27-й. Ну, давайте 28-й, а чё бы нет? А чё бы, собственно, нет? А чё бы нет? Можно... О, это мне нравится, кстати, такие уровни. Ready, set, plant. А, ну, правда, нам этими растениями, которыми... Я думаю, мы будем это самое. Мы будем садить, как бы. Так, ну одного нам, я думаю, явно хватит такого, как бы. Теперь берем просто вот так вот садим тут эту штуку. И чуваки отъехали, понимаете? Вот, и все. И теперь садим вот тут вот еще раз. Плямк, 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 плямк. И чуваки отъехали. Теперь садим еще раз. Плямк, 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 плямк. И чуваки отъехали. Блин, огненную не хочу. Так, надо посадить еще эту штуку. Плямк, плямк, плямк. Давайте еще штуку посадим. Плямк, 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 плямк. Давайте еще штуку посадим. Плямк, 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 плямк. Вот там растение. А, еще штуку надо. Плямк, 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 плямк. Давайте еще штуку. Плямк, плямк, плямк. И еще штуку. Плямк, плямк, плямк. Так, и теперь надо еще штуку. Ну давайте, штука пошла. Плямк, плямк. Плямк, плямк. И еще штуку. Плямк, 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 плямк. И давайте еще штуку. Плямк, 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 плямк. И давайте еще штуку. О, финальная волна. Не, ну с этой штукой, конечно, легко играть. Плямк, 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 плямк. Давайте еще штуку. Плямк, 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 плямк. И еще штуку. Плямк, 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 плямк. И еще штуку. Плямк, 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 плямк. Да, конечно, с такими шарами играть это одно удовольствие. Давайте еще штуку. Ну, тут уже все понятно, в принципе. Мы победили. Плямк. Увернулся. Блин, да когда ж этот... А, во, все, поразрушали лагерь. Так, отлично. Прошли еще один уровень. Замечательно. Замечательно, великолепно.
Так, отлично. Пройден еще один уровень. Вот. Замечательно. Это мы какой прошли, получается? 28-й. О, как великолепно. То есть нам остался 29-й, 30-й, 31-й и все. Так, ну ладненько, я, пожалуй, на этом тогда этот выпуск и закончу. Большущее вам спасибо за то, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.